Жителей Югры стало больше на 60 тысяч человек. Сегодня подвели итоги реализации в округе национальной стратегии действий в интересах детей. Вот еще несколько цифр, которые говорят о положительной динамике. В Югре на 19% стало меньше детей-сирот. Больше, чем в два раза уменьшилось число новорожденных, от которых отказались родители. Еще 40 младенцам удалось спасти жизнь. Кстати, в округе полностью ликвидирована очередность детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет. А в этом году тема детства станет приоритетной. Отмечу, в Югре уже начали реализовывать мероприятия, посвященные десятилетию детства. С 1 марта по 16 марта мы начинаем прием заявок на конкурс «Семья – основа государства». В течение марта мы продолжаем формировать ко Дню семьи, любви и верности лучшие семьи, которые нам представляют органы местного самоуправления для награждения их общественной наградой за любовь и верность. Тоже более 500,5 семей автономного уже награждены такой общественной наградой. Продолжение этих традиций, а это уже сложившиеся традиции, которые имеют более 5 лет, да, вот в своей реализации, они для нас очень важны.